На комиссии Наталья представляет строительную компанию, которая задолжала в бюджет округа круглую сумму. Недоимку объясняют просто. Деньги от заказчика не всегда своевременно поступают на счет организации. В конце года сложились временные трудности. Я думаю, что мы в течение января и декабря с ним справимся, полностью погасим задолженность. Причины, по которым предприниматели не платят налоги, разные. Хотя некоторые все же стараются долги погасить. Вот и в этот раз 5 должниками стало меньше. Результат есть, 26,3%, но он, конечно, низкий. Хотелось бы активизировать работу, в том числе по розыску налогоплательщиков. Пожалуйста, если вы обращаетесь в налоговую инспекцию о внесении изменений в адрес, вы свои письма не оставляйте без внимания. В течение месяца налоговая должна принять какие-то меры. Можете как-то запрашивать у них результат по этому письму. Всего в этом году провели 5 заседаний комиссии по погашению задолженности. В бюджеты разных уровней поступило 230 миллионов рублей, что составляет 32% от общей суммы задолженности. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».